Это при том, что на этапах Кубка России она и больше набирала, где она выигрывала и получала серебряные медали. Здесь соревнования пожестче, и судьи посерьезнее. Движемся дальше. Алсу Каюмова. 3 балла. Она уступает Серафиме после короткой программы. И 1 позицию. Алсу Каюмова. Алсу Каюмова, Москва.
из ЦСКА. Тренируется у Инны Гончаренко. Ну что, пока. Пока у нас все. Больше делают, нежели не делают. Это хорошо. Флип. И через бойлер тройной сальхов. Тоже можно рассматривать это как каскад 3-3. Единственное, что он имеет немного другую стоимость, потому что это все-таки комбинация. Затем лут с тройным тулупом. Немножечко шатко, но тем не менее в плюс. И тут же аксель исполняет. Тоже хорошо. Тоже она умеет делать прыжки с поднятой вверх рукой, как вот этот Ридбергер тройной. Хорошо получился. Тройной лутс. Во второй части программы. Что называется за лутс во второй части программы? Отдельное спасибо. Бен Аксель с двойным тулупом, с поднятой рукой. Между прочим, в самом завершении программы флип. Волсу. Свой стиль и своя музыкальность. Все это имеет место быть. Хорошая музыка. Хорошее чувство музыки. Полная отдача. Лутс. Тулуп. Ну, вы видите, там где-то четверть оборота чиркнула, не докрутила, но по идее должны нормально посчитать. Мне кажется, что это даже и не докрут. 109-62 ее результат в произвольной программе. 163-51. Не обогнала она.